Всем привет, с вами Артём Овер, и это видос про анпакинг граффити-стафа от магазина Skill Graffiti, который заслали мне еще в декабре 2020 года, поэтому не удивляйтесь моему внешнему виду. Но поехали дальше. Анпакинг – вещь такая, что тут можно сказать, просто посмотреть, что внутри. А начинаем с того, что упакованы они новыми стикерами от Магаза. Я помню, эти дизайны сделали, там даже есть мой кусок. И внутри у нас я вижу сразу спритовые маркеры, блокнот, стикеры и пенал от молотов для маркеров. Начинаем с монтановских черных стикеров. Я их потестил разными маркерами, поклеил куда-то. Про все это будет обзор. Если будет интересно, подписывайтесь и ждите нового видоса. Мы следуем дальше. Здесь новые дизайны стикеров. Очень много. Все очень разные. И блокнот от Fat & Skinny, к которому сначала я отнесся из-за этих пружин не очень, так как я не люблю блокноты на пружинах. Но мне кажется, этот видос хорош тем, что я год с лишним пользовался этим стафом и могу сказать, что блокнот классный. Я на него тоже сделаю обзорчик. Плотный, много листов, хорошая бумага, надолго хватает. Еще немного как раз тот самый стикер с моим дизайном. Это кусок, который я делал в своем Hall of Fame на районе. И еще другие куски. Самое интересное, как по мне, это пенал от молотов. Называется Molotov Train. Снизу у них написана довольно пафосная речь. Полную историю можно почитать у них на сайте. У меня ранее не было ничего подобного. Внутри оказались еще и One for All молотовские акриловые маркеры, которые я очень люблю. Я ими пользуюсь вот уже больше года тоже. Единственный цвет — это зеленый, который не взял. Но гвоздь программы здесь, конечно, это Liquid Chrome. Им я делал тоже несколько холстов уже. Классная штука, особенно в подарок. Я им с удовольствием пользуюсь. Ну, еще есть маленькое перо с такой насадкой для супертонких линий. Своеобразное, так скажем. Следом большой зиплок с маркерами, но первым делом идет меловой чалк от Fat & Skinny. У него по классике двойное перо, скошенное, круглое. И, пожалуй, он подойдет только для рисования на досках для меловых маркеров, потому что я пробовал для скетчей, просто для интереса и для стикеров это не подходит, плохо закончится. А вот что касается спиртовых маркеров, вот Fat & Skinny, отличные штуки. Я ими рисовал очень много скетчей, и из-за того, что использовал на контуры вот этот темно-синий, он первым закончится. Остальные еще пока живут. Делаем тест на Векмана. Оп, не получилось. Еще раз. Давайте раз, два, три, четыре. Сколько там проворотов посчитали? Короче, зачет. Бонусом я заклеил новый стикерок у себя в скетчбуке от Moleskine, на который есть обзор. Посмотрите этот видос, если еще не видели на моем канале. Так, конечно, тут есть имена всякие, которыми я респектую и не респектую уже. А так у меня тут, посмотрите, есть мой номер телефона. Сможете спалить в этот раз или нет? Ладно, это шутка, на самом деле он на сайте даже указан. И давайте нарисуем скетч за скилл в качестве благодарности. Этот видос тоже своего рода респект за подгон. Те, кому интересно, как рисовать скетчи, вот я с чего начинаю. И знаете, что интересно? Прошло больше года, и тогда еще никаких тиктоков у меня не было. Поэтому я не практиковал граффити так, как практикую сейчас. Чуть ли не каждый день рисую шрифты и теги для видосов или просто для заказов. Я вот прям смотрю, и рука еще не набита совсем. То есть из-за того, что прошло достаточно много времени, скилл, как бы это смешно ни звучало, немного у меня подослаб. Ну и под конец я затегаю и скажу, что этот видос подошел к концу. Став мне очень помог, так что большая благодарность магазину Skill Graffiti. И до новых видосов. Всем пока!